Здравствуйте. Кому ты говоришь здравствуйте? Подписчикам твоим. Моим, да? Спасибо. Мы будем сейчас снимать распаковку с мамой, с моими новыми вещами. Из какого магазина вещи? Из-под Марстина. Нет, это и чем? Ты чего? Ты что, какой-то левый магазин рекламируешь? Какой из-под Марстина? В общем, ладно, пока там малой наш кряхтит, было принято решение. Делала я опрос, где будем проводить распаковку этой вещи только Милана. Здесь либо в Инстаграм, я думала, либо в прямом эфире. И в итоге сделала ход конем. И где будет распаковка у нас? На YouTube-канале. Вы знаете, на что? На камень-ножницы-бумагу. Кто будет открывать коробку? Камень-ножницы-бумага. До трёх раз давай. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Еще. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Один, последний раз, решающий, давай. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Все, мама, значит, открывает? Ну, вот здесь только открывает. Так, Алекс начал бухтеть. Это не кстати, надо торопиться до плача, сделать дело. Мам, можно тебе я? Сейчас ты вытащишь, да? Я хотела вытащить, распаковывать. Что еще держит? Где-то я не разлепила, по-моему. Да, там не огня. Вынужденная стоп-камера, да, у нас? Вынужденная стоп-камера у нас. Кто прервал рабочий процесс у меня съемочный? Это у нас костюм для пацана с 3 лет, по-моему. НАСА. Звёзды. Давай вот здесь, во-первых. Угу. Давай. Мам, я один. Не нужно повредить, потому что вдруг это не подойдет. Ну, давай. Доставай. Мам, я буду аккуратным. Роботизированные. Распаковки. Ну, судя по длине штанцов, тебе должны подойти. Так, теперь по свитшоту. Смотри, какой крутой. Тут еще и сапоги немного. Так, Алекс, посторонись. Качество такое мягкое, прям хороший хлопок. Мягкий и такой с внутренней стороны. С петелечками, как это правильно называется. Ты хератин должен. Ты смотришь, как твой брат примеряет шматье, шмот. Потом тебе донашивают этот костюм. Смотри. Хотя нет, не смотри, мы скажем, это новый тебе купили. Все. В общем, ребята, костюм нам подошел. Отлично, по-ростовски, с учетом того, что я впервые вообще заказываю онлайн в H&M. В H&M. Я до этого никогда до этого не бралась за такой риск. Тихонько, тут у нас посторонние будут звуки. Качество хорошее, сел хорошо. В общем, рекомендую. Вот это наш костюм НАСА. Повернись сюда ко мне. Все подошло нам. Моську его. У нас тут как бы форс-мажор, да? Все, кто в теме, кормящих матерей, понимают. Да. Молодец, спасибо тебе за дополнительный... Мама. За дополнительный движ в нашем видео. Доставай. Мы пришли к радикальным мерам. Надеюсь, это нам поможет. Ох, столько у нас все произошло. Если бы увидели за кадром, но лучше не надо. Едем дальше. Вот я пошел перекусить. И пришел к нам. Перекусили, поругались, поплакали, покричали, запеленались. Давай, показывай. Сейчас разгляну ее, потрясу. Только надписи в камеру. Можно подойти к камере. Спасибо. Вот, там написано «Большой брат». Большой брат.
Вот, Добби свободен. Добби свободен. Отдала мелкого. Я уже... Давайте едем дальше. Это у нас две пары майк. Естественно, любимые наши герои. Одни из любимых. Кто это? Кто это? Кто это? Ниндзяго. Ножницы. Давай. А я вытащу. А я буду вытаскивать. Чуть не порезала. А я буду... Сейчас я один. Опа. Вот она, один. Вот такая и вот такая. Качество классное. Качество. Со стрейчиком подтягивается. Погорячилась я. Насчет Добби свободен. Еще и Добби не свободен. Еще наш Big Brother. Покажись. Йоу-йоу-йоу. Пришел Big Brother. Сядь. Присядь. В общем, вот такой... Как это, что это у нас сказать, я не знаю. С длинным рукавом. Вот она. Есть, кстати, там коллекция, в этой коллекции Big Brother, есть, по-моему, Big Sister, ну, в общем, что-то там такое. Так что для мальчиков и для девочек там это есть серия, можно подобрать. Это футболка с длинным рукавчиком, ну, естественно, видите, тоже нам подошло, все отлично. Качество более чем устраивает. Надеюсь, картинка после стирок вот это не поплывет. Хотя в чем такого грешка нет, как правило. Так что следующее. Вот она, думаю, мерить смысла нет. Тоже майки хорошего качества у нас. Лего у нас есть такой свитшот с Лего Ниндзяго, меняющаяся картинка. Здесь они не меняются. Просто такие мордашки из Лего Ниндзяго. Это одна. И вот это вторая. Тут их героев на сером фоне чуть побольше. Помоги мне, держи сверху. Вот. В общем, пододевай, складывать холодное время года годится. Так что оставляем. Сапожки выберем. Вот такие кедулики. Не знаю, как нам подойдут по размеру или нет. Они без шнурков. В общем, я заказала чуть побольше размер для того, чтобы пощеголять нам на день рождения к февралю. Ну, надеюсь, сейчас посмотрим. Качество, надеюсь, меня устроит. Смотри, кто это тут? Динозавр. Динозавр. Не помню, как его зовут. Ну, в общем, ты любишь такое. Пройти цензуру. Закрываю милый сустав сзади, чтобы не видно было. Эти джинсы я заказывала в детском мире по скидке. Совсем там что-то смешная сумма какая-то. 500 рублей вышло. Закрываю милый в трусах. Так вот, под пиджак в H&M. Мы сейчас будем распаковывать пиджак. Кеды мы уже распаковали, чтобы собрать единый образ. Штаны мы одели, джинсы. Смеялись, старая футболка, ну ладно, не важно. Боже, дай сил. Одевайся. В общем, с пиджаком у нас получился неслаженный дуэт. В том плане, что я думала, у него будет костюмного плана. Поднимись чуть-чуть. Чтобы вы понимали, мне нужен был пиджак, джинсы и вот под эти кроссы, на котором вы посмотрели. Но пиджак что-то уж прям совсем такого, я же говорю, костюмного плана. Мне нужен, может, больше без разряда casual, но, в общем, с пиджаком минус. Если вы ищете на какое-то торжество, прям такой классический пиджак, как вариант, этот подойдет. Но мне просто он не нужен. Так что этот мы сделаем отмену, этот товар, вернем его в H&M. Ой, золотой динозавр. Ну, давай распакуем. Это у нас тоже там какой-то свитшот, либо свитерок, я забыла. Но тема динозавров — это наша тема, поэтому мать угодила. Еще у нас тут змеи какие-то. Ну, подписчики, мы все померили на мешке Алекса, а это мне тоже. Да, там у нас одна футболка с акулами. Как тебе свитшот? Нравится динозавр? Ну, да. Ну, мы по сосудственным все померили. По сосудственным? Это что по сосудственным? Что это значит?
Это значит, что мы все померили и положили обратно. И, ребятки, мы одели все померили. И когда мы уже их распаковали, мы будем их носить. Да, свитшот такого приятного болотного цвета. Он вязаный, такая какая-то мелкая вязочка. Вязочка, такого слова нет. В общем, мелкой вязки. Золотым динозавром. Раптором, да, как там? Тирекс. Тирекс. Тиранозавр. Тиранозавр, да, ты больше знаешь об этом. Вот. Тоже, в общем, советую. Ну, если... соответственно, по размеру тоже мой глаз последнее. Не подвел. Глаз алмаз. Осталось последнее. Это что у нас? Футболочка с. С акулами. С хакулами или акулами? Акулами. Что ты будешь в последний раз говорить без меня, без тебя? О вещах опять. Мы же новые приняли. Ну какой ты красивый. Сейчас я... Это акулье семейство тебя? Ага. Ну, что я буду говорить? Пипкин в кадр попал. Вот. Решил Алекс вещи? Ага. Не порежь. Сейчас я... Так, разорви пальчиком, да, подставляй. Дырочки. Получается? Уснул наш диктатор. Это режиссер, который перебил нам всю болезнь. Ну давай посмотрим, какие штанишки. Сейчас мама как раз в детском мире тоже заказала новые модики Алексу. Вот штанишки. Поверни, это перед, это или зад? Другой стороной, сынок. Это зад. Ну, переверни по-другому. Кармашек спереди. Да. Ну, так. Ребятки, это Алекса вещи. Он просто на ту камеру говорит, да. И мы будем ему сейчас распеленать, и мы... И, конечно, будем ему теперь примерять. Смотри просто на него. Если он такого забрали, его уложить сейчас спать, что значит распеленать? Посмотри на него. Как мы будем его распределять? Это ни в коем случае нельзя делать. Ты что? И мы завтра ему это примерим. Я... Алекс, скажи маме тоже спасибо. Он скажет спасибо, а я тебе за спасибо поцелую. Ты говоришь маме спасибо за вещички? Ага. Да? Тебе понравилось? Ага. В следующий раз еще побольше делать, когда они уже будут старые. Но они мне очень понравились. И, Алекс, ребятки... Мы будем... А тебе все это, скорее всего, за старшим братом? Мама. Нужно будет? Когда он будет тоже большой, ты купишь ему тоже большие вещи. А эти маленькие продадим, когда он будет уже большой. Да? Скажу вам. Это... Про маечку? Это не маечка, это тоже штанишки Алексу. Ну, хорошо. Вот такие джогеры. Штанишки джогеры для малышей. И... Это зад. И, вот, ребят. Перед, сынок. Вот он, кармашек. Перед. Какой зад? Вот бумажечка. Да какая разница, где она висит? Это перед с мишками, видишь? Штанцы. И мы будем, когда мы в следующий раз будем еще покупать покупки, только мама будет говорить. И я. И я хочу вам задать вопрос, что вы очень... красивые и мои вещи, и я говорю с моей и маме спасибо за новые вещи. Ой, вот и все. Я даже не ожидала, когда ты просил слово, я думала, ты сейчас наговоришь какую-то ерунду, я буду злиться, а ты даже меня поблагодарил, Любу. Я же хотела это сказать. Ты умница, ты воспитанный мальчик. Uh-huh. Я тебя люблю. Uh-huh.